Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Макс Пэйн. Максу Пэйну снится кошмар. Мы, собственно, находимся в кошмаре, поэтому все такое непонятное, гамма такая светлая. Так что не удивляйтесь, это не недостатки записи, это в игре такой фильтр включился. Так, мы, я так понимаю, находимся в каком-то кошмарном подобии своего дома. Какие-то странные, длинные коридоры. No, please, отсюда идут звуки голоса жены. Теперь отсюда девушка плачет. Да, после того, что произошло с его семьей, конечно, неудивительно. Тихо. Неудивительно, что Максу снятся такие кошмары. Так, будем надеяться, что мы идем правильно, потому что... Я уже, честно говоря, запутался в этом лабиринте. Его гостиная. Так это тут теперь бардак почему-то. Мишель смотрел на меня с фото. The Payne family. Happiness captured in a Polaroid moment. I had thought it would last forever. Till death do us part. I didn't want to think about it. As long as I didn't, it could never happen. But I had broken my own rule. The thought had already slipped in. Fear was rusty needles poking at my brain. Cold and scaly, it slithered down my chest. Так, ладно. Телевизор ничего не кажет во сне. The pictures were filled with good old times. Alex and I had a few moments of glory between us. Crime-fighting comrades, the best in NYPD DEA collaborative team. Good-hearted macho bullshit like that. I would have given anything to have him here as my backup. No such luck. No luck at all. Так, ладно, пора двигаться дальше. Понял. I really love to watch cartoons. Captain Baseball Batboy is my favorite. Вот в этом моменте что-то игра мне резко напомнила Cry of Fear, Afraid of Monsters. Возможно, создатели этих модификаций вдохновляли все ей помаленьку. Но основной источник вдохновения, понятное дело, это Silent Hill. Так, это плохо, по-моему, да? Ой-ой-ой, тихо-тихо. Так, аккуратно. Звук отсюда идет, давайте сюда попробуем прыгнуть. Ой, блин, Макс, что тебя заносит? Нет, это натуральный кошмар какой-то. Тупик, мы не туда пришли. Так, давайте попробуем по этой стороне. Ой-ой, не падай, ой, не падай. Ага, ну там выход, видать. Только до него еще нужно добраться.
Ой-ой-ой-ой. Блин, игра явно не заточена вот такой манер передвижения. Постоянно Макс норовится скользнуть. Так, я надеюсь, я не обратно вышел. Так, мы попали в детскую. No, please God, no. Не, ну вот просто сравнить вот эту озвучку с тем, что было в первой серии, да? Нет, Мишель, нет. Тот переводчик, конечно. Дед. А тот переводчик, конечно, какой-то кошмар был. Вообще не старался. Я помню, когда я в первый раз проходил это место, мне было очень страшно. Сейчас, после... Сейчас, после всех этих хорроров, уже, конечно, это скорее просто вызывает интерес. Michelle's diary lay on the table. Никак не пугает. Так, дневник Мишель лежит на столе. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry. Her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy. That cute frown on his brow. Guess it's nothing. Just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. Так, история маленько начинает проясняться, похоже, уже на... Я влезла куда-то совсем не туда. Max, no, please, Max! Why? I didn't mean to. I'm sorry. Killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Макс, похоже, судя по всему, по большей части себя винит в том, что произошло. My head felt two sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot. He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Выводить его с себя было не самой лучшей идеей там было. А у нас прогнать его было не так-то просто перевели. Молодцы, чё. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. When somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. Ох, сейчас кто-то ответит за это. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Все, что у меня было.
покрытый моей собственной кровью. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Так, ну, по крайней мере, у меня есть здоровье. Так, нужно прятаться от них. Твою мать, меня уже заметили, похоже. Ну ладно. Ой-ой-ой, да. Короче говоря, нужно быть поосторожнее. Надо как-то, может, в эту сторону пойти. Сюда никак. Сюда никак нет, остается только туда. А, вот еще дорога есть. А тут, по-моему, вообще подъем наверх. Да. Ну ладно. Значит, будем пробовать. Да, все-таки что-то я делаю не так. Возможно, мне нужно дождаться, пока он пройдет. Да, балет. Чё, мать вашу, чё мне делать? Мне, похоже, нужно его убить, взять с него пистолет, да пойти дальше убивать, что ли? Я просто не понимаю. Хотя, возможно, я комнатушку пропустил где-нибудь вон там, в которую можно заглянуть. Да, твою мать, твою дивизию! Нет, тут ничего нет. Похоже, придется его убивать. Уф, так. Давайте сохраним все сейчас. Чтобы каждый раз не ждать. 5 патронов вдегло. Давай, 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 давай. Так, еще должен быть один. Ой, да не один. Нет, блин, ну что делать-то? Так. Сколько же у вас тут засранцев, а? Так, сохранимся. Давайте попробуем. Ой, твою мать, это явно было не самый лучший. Ох, сколько вас тут. Так, хорошо. Это называется картина Репина. Не ждали. Да вашу мать, тут кругом так, что ли? Да. Это, похоже, будет геморройным делом. Так, а там уже эти идут. Даже не знаю. Даже не знаю. Все, в ту дверь только. Ой, а тут сейчас меня отсюда заметят же. Ну да. Ну блин. Зачем я сохранился? А, вот, хорошо. Фу, живем. Так, помповик. Всего в достатке. В принципе, так даже можно жить. Так, где там эта срань? Теперь уже поговорим. А что, и так можно? Ни с кем не вступая. Ладно, мне так больше нравится.
Ой, блин. Да твою мать. Ну, выходи. А ведь эти звуки долбежки сверху. Ну, в игре, то есть. У-у-у, ребята. Да, блин, что-то сложность, надо сказать, в порядке в данной игре. Ну ладно. Справимся. Да, молодец, его попал. Хорошо, этих в минус. Куда дальше? Блин, ну офигеть. Игра, по-моему, совершенно не приспособлена для всяких стелс-миссий. Поэтому это воспринимается маленько странно. Блин, там еще кто-то есть. Ну да-да. Так, все, мне хана, похоже, опять. Так, ладно. Здоровье мне никто не даст. А вон здоровье у нас. Полный шкаф. Хорошо. Можно жить. Теперь-то хоть маленько повоюем, когда у меня нормальное оружие появилось. По идее, так, мне сюда можно двигаться, да? Но по идее, мне, наверное, на улицу надо. Выбираться отсюда. Или я тут кого-то ищу. Да, ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, притаился в углу. Так, ладно. За этой мясницкой уходим. На улице у нас фотолаб. Полиция перегорожена. Что-то похоже, тут мясо все еще идет, поэтому они не могут связаться со своими отрядами. Мне похоже в парадную отель. Things were fast going from bad to worse. Вещи, говорит, быстро превращались из плохих в ужасные. Или дела, вещи. Так, не сюда, что ли? The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Ну что ж, для меня это даже хорошо. Не придется думать, стрелять человека или нет. Тут одни враги. Так, пойдем в лаунж. Просто забудь об этом. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Да, у Моны проблемы. Надо Мону спасать. Хотя она нас и траванула. Но все-таки она сыграет неважную роль в событиях данной серии. Давай, дорогой, иди ко мне. Хорошо. Попал, конечно, маленько меня. Да ладно. Так, Бурят, ты здесь, нет? Бурята нет. Ну
Да ты посмотри, что творят. Половину жизни сразу снес одного выстрела. Это, по-моему, прекрасно. Хорошо. Лови, дегенерат! Ты посмотри, живой. Да ты, я не понимаю, заговоренный какой-то, что ли? Две гранаты на него израсходовал. Одна взорвалась вот тут, за ним, то есть в прямой зоне поражения он был. Вторая вообще об него ударилась, вот сюда вниз упала, вот тут взорвалась. Тут все равно вышел. Беда, просто беда. Тут я народу поубивал, конечно. Серии 3 назад. Так, ладно. Надо спасать Моно. Трио Пунчинелло это, судя по всему, ничего хорошего. Самоотъявленные отморозки. More evidence that Punchinello didn't like me much. Еще больше свидетельств того, что Пунчинелло меня не особо любил. Где? О чем это он? That all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Ну да. Морда не треснет, уважаемые. Так, теперь мы идем, похоже, в бар. Кого-то, похоже, припекло в нашу полицейскую линию. С туалета сорвал. Тихо. Трусы в цвет американского флага. Капец. Так, ладно, лечилок нет, но у меня с собой есть, я про них и забыл. Хорошо. Давайте наведаемся в бар. Не беспокоить написано. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Ой, сколько вас тут. Целый выводок. Да, Ингруму бы стабильности, конечно. Так, сохраняемся. Так, раз они ко мне не бегут, я думаю, сейчас самое лучшее будет вот этого паренька шлепнуть. Хреново спрятался, про башку забыл. Так. Так. Блин, опять ко мне идет. Так, что же делать-то тогда? А, у него все со здоровьем уже нету. Все, отлично. Ух, ну что ж. Не сказать, чтобы это было легко, как там пуль непробиваемый был. Но, по крайней мере, он сдох. Thank you, you've been a lovely audience.
that enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Time, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you will need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop two in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp bone cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, Super. Like the ferryman in the River Styx. Этот грязный русский, конечно, преследует свои цели. Но как бы там ни было, не совпадает с нашими, так что он нам помогает. И сейчас нас ждет путь в эти доки. Но как бы там ни было, этим мы начнем заниматься в следующей серии. Сюжет все больше и больше раскручивается. Я не перестаю удивляться тому, насколько круто он проработан. Как бы там ни было, я сейчас отдохну от игры пару деньков и продолжу записывать. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.